Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, text number 60. Читаем Бхагавад Гиту, глава 2, текст 60. Yatato hi api konteya. Yatato hi api konteya. Yatato hi api konteya. Purushasya vipaschitaha. Purushasya vipaschitaha. Purushasya vipaschitaha. Purushasya vipaschitaha. Indriyani pramatini. Indriyani pramatini. Indriyani pramatini. Indriyani pramatini. Haranti prasabhamana. Haranti prasabhamana. Haranti prasabhamana. Haranti prasabhamana. Yato hi api konteya. Yato hi api konteya. Purushasya vipaschita. Purushasya vipaschita. Indriyani pramatini. Indriyani pramatini. Haranti prasabhamana. Haranti prasabhamana. Yato hi api konteha. Yato hi api konteha. Purushasya vipaschita. Purushasya vipaschita. Indriyani pramatini. Indriyani pramatini. Haranti prasabhamana. Haranti prasabhamana. Yatato hyati kaunchiya. Yatato hyati kaunchiya. Purushasya vipaschita. Purushasya vipaschita. Indriyani pramathini. Indriyani pramathini. Haranti prasabhamana. Haranti prasabhamana. Yatato hyapi kaunteya. Purushasya vipaschitaha. Purushasya vipaschitaha. Indriyani pramathini. Indriyani pramathini. Haranti prasabhamana. Haranti prasabhamana. Yatato hyapi kaunteya. Purushasya vipaschita. Indriyani pramathini. Indriyani pramathini. Haranti prasabhamana. Haranti prasabhamana. Marichis. Yatato hyapi kaunteya. Purushasya vipaschitaha. Indriyani pramathini. Haranti prasabhamanaha. Дословный перевод. Я татах. Я, прилагающего усилия. Прилагающего усилия. Хи.
Безусловно. Безусловно. Апи. Однако. Каунтея. Каунтея. Осин кунти. Пурушасья. Человека. Випашчитах. Обладающего знанием. Индрияни. Чувства. Прамадхини. Прамадхини. Возбужденные. Харанти увлекают. Прасабхам. Силой. Манах. Ум. Перевод стиха. Чувства так могущественны и напористы у Арджуны, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Комментарий Шрила Прабхупады. Многие мудрецы, философы и йоги пытаются обуздать чувства, но несмотря на все усилия, даже величайшие из них, иногда потеряв контроль над умом, становятся жертвой чувств и прельщаются мирскими удовольствиями. Так Вишвамитра, великий мудрец и достигший совершенства йог-мистик, был соблазнен Менакой, хотя и пытался подчинить себе чувства, предаваясь медитации и суровой аскезе. История знает немало примеров подобного рода. Очевидно, что тому, кто не обладает сознанием Кришны, чрезвычайно трудно совладать с умом и чувствами. Если ум не сосредоточен на Кришне, его невозможно удержать от материальных мыслей. Это подтверждает Шри Ямуначарья, великий, святой и преданный Господа. Я Авадхи Мама Четах Кришна Падаравинде Нава Навараса Дхамани Дитам Рам Тумаси Кадавадхи Бата Нари Сангана Смарьямане Бхавати Мукха Викарах Сушкуништхиванам Ча. С тех пор, как мой ум погрузился в служение лотосным стопам Господа Кришны, я испытываю всевозрастающую духовную радость, и при одной мысли о близости женщины мое лицо искажается в отвращении, и я сплевываю. Сознание Кришны приносит такую огромную духовную радость, что по сравнению с ней мирские удовольствия кажутся безвкусными и даже противными. Человек, обладающий сознанием Кришны, подобен тому, кто утолил голод, съев немного вкусной и питательной пищи. Махараджа Амбариша одержал верх над великим йогой Дурваса Муни просто потому, что ум царя был поглощен сознанием Кришны. Савай Манат Кришна Падаравин Дайор Вачам Сивай Кунха Дунан Варнане. Ом Агьяна Тимарандасья Гьянанджана Шалакая Чашурмилитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупакадамайам Дадати Свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатанвитам Там Сачивам Садвайтам Савадутам Парджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакха Нитамшча Хе Кришна Карна Синдху Динабандху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванишвари Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Krishna is answering the question of Arjuna. Arjuna wanted to know about the nature of a person who is in transcendental consciousness. Итак, Кришна продолжает отвечать на вопросы Арджуны. Арджуна хотел узнать о личности, которая находится на трансцендентной платформе. So at this point, Krishna is replying to how does such a person in transcendental consciousness sit? In other words, how does he behave? What is his mood when he is not doing anything? И Кришна отвечает на вопрос, он говорит, как эта личность сидит, то есть имеется в виду, что он делает, как он ведет себя и так далее. You know, sometimes we get free time, you know, you get the day off, or you get holidays, you know, so you relax, what do you do on these days? Как, например, у нас может быть какой-то выходной, и мы можем расслабляться, что-то делать. Вот что мы делаем в это время? We may be working hard all the time. You can't just work all the time, right? You have to have some time off, some free time. Мы можем работать тяжело, допустим, в течение недели, но когда-то у нас вот случаются выходные. You don't work 24 hours a day. Мы же не работаем там 24 часа в сутки. You take time to go home, to relax. Есть время пойти домой, немножко расслабиться. So Krishna is describing about what happens when the yogi stops doing something. И Кришна объясняет, как что делает вот этот йоги, когда вот какой-то активности или деятельности нету. So we heard yesterday how if the yogi's got the higher taste, it's no problem. If he's got a good taste for Krishna consciousness, then it's not a problem. И мы вчера говорили о том, что если йог обладает высшим вкусом, если у него есть вкус к сознанию Кришны, ну, тогда проблем никаких не возникает. But in the beginning, in our neophyte condition, we're beginners, so we have to be careful when we're not engaging in Krishna's service directly. А вот когда человек находится на уровне неофита, он должен быть осторожен или аккуратен вот, в те периоды, когда он не занят активно сознанием Кришны. So the problem is that we have five senses, and they all demand a lot of attention. Проблема состоит в том, что есть чувства, и эти чувства постоянно куда-нибудь увлекаются. Just like if you have five children. Как, например, если у вас пять детей. Could you imagine bringing up five little children? Можете немножко себе представить, вот у вас пять детей. Not very easy. Нелегко же будет. One devotee I know, you know, his wife, they have two boys, two young boys, so. Oh, so they're so tired every day. Я знаю, там одних преданных, у них двое детей, и они так устают, так трудно, это тяжело. And we have five senses. А у нас вот эти пять чувств. And it's not easy to take care of them, to keep them controlled. Сами подумайте, что не так легко их все удержать под контролем. Because each of the senses is demanding attention. Поскольку каждое из этих чувств требует какого-то внимания. Of course, we know the tongue is the most difficult to control. Конечно, мы знаем, что вот язык хуже всего поддается контролю. We like to say things and we like to eat. Мы хотим что-нибудь говорить и есть. The tongue is very active. То есть язык очень активный. When we're not eating, we're speaking. Если мы не едим, тогда мы говорим. As soon as we wake up, we want something to eat. А вот как только мы там просыпаемся, мы хотим что-нибудь забросить себе в рот. And before you go to sleep, you like to eat something. А перед тем, как отойти ко сну, мы тоже хотим что-нибудь покушать. So we're very busy serving the senses.
Итак, мы очень заняты в служении своим чувствам. The tongue wants attention, the nose also, we like to have to smell the nice things. Язык что-то хочет, также вот есть нос, ему нужно нюхать какие-то замечательные запахи. Oh, I forgot to bring the nishringa oil. I've got some nishringa oil back at the place where we're staying. Tomorrow morning, if you all come tomorrow morning, I'll give you some nishringa oil. Да, вот у меня есть в том месте, где вот мы остановились, масло от Ретсинхотела. Завтра с утреца соберетесь, вот я вам предложу его. Yeah, oil offered to Lord Nrisimhadeva on his appearance day. Это масло, которое было предложено Господу Нрисимхадеву в день его явления. So we can use our senses in Krishna's service. We smell the flowers. We smell the oil offered to the Lord. Вот, и мы можем задействовать свои чувства в служении Кришне, в частности, нос, принимая запах гирлянды или вот этих ароматических масел, предложенных Господу. We have to try to engage our senses in Krishna's service. То есть мы должны пытаться задействовать свои чувства в служении Кришне. Lord Krishna is pointing out, it just takes one sense to take us away. To carry us into Maya. Кришна отмечает, что даже вот одно единственное чувство может увлечь наше сознание и увести в Майю. So a little bit inattention in our practice of meditation or chanting, when we're chanting Hare Krishna, or when we're trying to do service for Krishna, if we're a little inattentive, then our mind goes away and we forget all about Krishna. А маленькая невнимательность, когда мы воспеваем, допустим, святые имена или совершаем какое-то служение, если возникает вот эта невнимательность, то ум сразу куда-нибудь улетает. One devotee was telling me how in South Africa they have a big temple in Durban. Один преданный, вот я разговаривал с ним, он сам с Южной Африки, из Дурбана, там большой храм есть. And there's a lot of young people come for the kirtan. И очень много молодых людей собирается на киртане. So the young boys are over on one side, the young girls are over on the other side. Итак, вот молодые парни вот с одной стороны, а молодые девушки с другой. They're not that young, they're teenagers, you know. Они вот, тинейджеры, где-то 15-16 лет. So the young boys are chanting and the young girls are chanting, but they get attracted to each other. Instead of getting attracted to Krishna, they get attracted to each other. Итак, вот молодые юноши поют и молодые девушки поют, но они также привлекаются друг с другом. Вместо того, чтобы смотреть на Кришну, привлекаться, они смотрят друг на друга. So, you know, you would think you'd be safe there in the kirtan, you're chanting Hare Krishna, but even in the kirtan, if we're not careful, we can be carried off into Maya. Мы как-то пытаемся их занять, задействовать в киртане, чтобы они могли на Кришне сосредоточиться, но даже в киртане у них не получается это сделать, и их ум улетает в Майю. And Prabhupada gives an example about great yogi Vishwamitra. He was a great yogi and he was trying to become a great brahmana. He wanted to, originally he was a kshatriya, he wanted to become a brahmana. Здесь вот Прабхупада приводит пример Вишвамитры. Он хотел стать великим брахманом, то есть у него была природа кшатрия, но вот он хотел стать брахманом. But he didn't want to just be an ordinary brahmana, he wanted to be a really great brahmana. И он не просто каким-то обычным брахманом хотел стать, он хотел стать великим брахманом. So he was in the Himalayas doing austerities, doing penance and meditating. И вот в Гималаях он совершал там аскезы, какие-то покаяния, медитировал. And he was becoming more and more powerful. И он становился все более и более могущественным. And Indra was in the heavenly planets. Indra was watching and he was thinking, if he keeps going like this, he will take my position. He will become the king of heaven, and I'll be out of my job. I'll lose my job. Ага, и вот Индра там с небес наблюдал, смотрел за Вишвамитрой и думал, если он так дальше будет продолжать, то вскоре он займет мое положение, и мне придется потерять свою работу.
чем мне придёт, чем я буду заниматься. So he took, he got one of his beautiful girls from, you know, Indra's palace in the heavenly planets. There's very, very attractive women there. So he sent one of the girls there from the heavenly planets down to distract Vishwamitra. И вот там во дворце у Индры много красивых девушек есть, танцовщицы, и он одну из них послал туда вниз, на землю, направил к Вишвамитре. And Vishwamitra was there in the Himalayas meditating when he heard the sound of some ankle bells, ankle bracelets. И вот Вишвамитра там медитировал в Гималаях, и вдруг до него донесся звук ножных колокольчиков. So he was surprised because usually it's so quiet there in the Himalayas, you know. He was way up, away alone, or very quiet, remote place. But then he heard the tinkling of these ornaments. И он немножко удивился, потому что обычно, ну, тишина, никого нету. А тут откуда-то ножные колокольчики звенят. And then he, when he looked, then he saw there was this very, very beautiful woman. And naturally became attracted. И когда он открыл глаза, он увидел прекрасную женщину, и, естественно, его чувства привлеклись. He broke his, stopped his meditation, and he got involved with the woman, and the woman gave birth to a child. И он как бы прекратил на время свою медитацию, вот, улегся в отношения с этой женщиной, и у них появился ребенок. But with the birth of the child, then Vishwamitra started to remember that how did this happen? I was trying to do my yoga, I was trying to meditate, I was trying to become a Brahman. И после рождения ребенка Вишвамитра задумался, как вообще такое случилось? Я вроде там медитировал, совершал аскезу, хотел стать Брахманом, а тут вот такая ситуация. And so he had to start all over again. И он продолжил, набрался решимости и продолжил совершать свою аскезу. So this is a common problem in practice of the spiritual path, that we become deviated. Итак, это такая естественная проблема на нашем духовном пути, возникают какие-то отклонения. Because the senses are so strong, the senses carry away our mind and intelligence. Поскольку чувства настолько сильны, что они просто уносит прочь наш разум и разум. Да. So Krishna is describing this. He's pointing out how difficult it is to just stop everything, not to do anything, to just sit and, you know, to just sit and meditate. It's very dangerous. И Кришна объясняет, что это очень такая сложная практика вообще остановить деятельность, остановить себя, не отвлекаться никуда. Очень сложно. You can easily be deviated from the spiritual path. Нам очень легко отклониться с духовного пути. And then after some time, then we will come back again. Ну, через некоторое время мы похватываемся и возвращаемся обратно. But the solution is to keep ourselves always busy in Krishna consciousness. Но решение состоит в том, чтобы сохранять как бы вот эту сосредоточенность на практике преданного служения. If one is always engaged in with using his mind and senses in the service of Krishna, there's no problem. Если человек займет свои чувства и ум в служении Кришне, то тогда проблем не возникнет. And Prabhupada gives an example about Maharaj Ambarish. Now Maharaj Ambarish, he's also a family man, and he's a king. He's in the royal order. He's a Kshatriya. Вот Шрила Прабхупада дает пример Вишвамитры. Вишвамитра был семейным человеком, управлял Амбариша, да, извиняюсь. Амбариша, он управлял государством, был семейным человеком, и у него было много дел разных. So Maharaj Ambarish shows the nice example for all the devotees to how to use the mind and senses in Krishna's service. И Махараджа Амбариша показывает всем пример, как можно занять свои чувства в служении Кришне. The first thing he does, is fix his mind on the lotus feet of Krishna. Первое, что он сделал, он сосредоточил свой ум на лотосных стопах Кришны. Do you think of Krishna's lotus feet? Вы думаете о лотосных стопах Кришны?
Do you remember Krishna's lotus feet? Помните о лотосных стопах Кришны? Sometimes. What's the marks on Krishna's lotus feet? Какие там знаки на стопах Кришны? Do you know? There's marks on the sole of the feet. Yeah. Lotus concha, umbrella, зонтик, chakra, fish. Okay. Yeah. These are all auspicious marks on the soul of Krishna. Итак, на стопах Кришны есть вот такие отличительные признаки. And they all have special significance. Each symbol has a special significance. А и вот каждый из этих символов он что-то обозначает. Just like the thunderbolt. That thunderbolt is to destroy the mountain of sin and the mountain of contamination which is in our heart. Например, вот этот символ молнии, он указывает на то, что как бы Господь разбивает горы грехов в нашем сердце. One of the symbols is the instrument which is used for controlling elephants. Там есть такой еще инструмент стрекала, погонщика слона, который контролирует слона. The people who sit on top of the elephant, they have this metal rod which they hold in their hand, and it's quite sharp on the end, and they stick it in the elephant when they want it to do something. И значит этот погонщик слона сидит на слоне, и у него такой есть железный пруд с острым наконечником, и если слон не хочет слушаться, то он так немножечко его. Elephants have got quite a thick skin, so you know they'll stick this, so they don't mind so much. Там вот у него вот это место, оно имеет тонкую кожу, и поэтому оно чувствительно. But this is how they control the elephant. The same way our mind is like that stubborn elephant. We need that instrument to control our mind. Вот, таков способ контроля слона, и точно так же у нас должны быть инструменты контроля нашего ума, поскольку он такой umbrella. Сильный. Umbrella, just like raining today outside, so the umbrella is there also to protect us from the material energy. Take shelter of Krishna under his umbrella. Вот зонтик тоже указывает, сегодня вот дождь, люди используют зонтики, и зонтик защищает нас от материальной энергии. So the lotus feet of Krishna are like an umbrella for us. И лотосные стопы Кришны, они подобны зонтику для нас. So Maharaj Ambarish is a householder, is showing us that being a householder doesn't mean that we're fallen. We can be very advanced in Krishna consciousness in family life. И вот Махараджа Амбариша показывает пример. Даже хотя он и семейный человек, это не означает, что семейный человек какой-то падший человек. Нет, даже семейный человек может быть достаточно продвинут в сознании Кришны. There are 12 Mahajans, 12 great authorities of devotional service. Есть вот 12 махаджан, авторитетов в преданном служении. And many of them are grihasthas. Многие из них семейные люди. Lord Brahma is a grihastha. Господь Брахма – семейный человек. Narada Muni is a brahmachari. Narada Muni – брахмачари. Lord Shiva is a grihastha. And then Prahlad Maharaj is a grihastha. Janak Maharaj is a grihastha. Bhishma is a brahmachari. Kumar, the four Kumaras are brahmacharis. Kapila is a brahmachari. Manu is a grihastha. And then Bali Maharaj is a grihastha. Sukadeva Goswami is a brahmachari. And Yamaraj is grihastha. So like this. They're the 12 Mahajans. Так вот, есть 12 Mahajan, их перечислили. Многие из них грихасты, только брахмачари. So spiritual advancement is not stopped just because we're in family life, just because we're in a grihastha. Духовная жизнь не останавливается, даже если человек находится в грихастха ашраме. People can make great advancement in family life also. Значит, люди могут совершить хороший духовный прогресс даже в семейной жизни. So Durvasa Muni, he was a great yogi, and he was jealous of Maharaj Ambarish, because Maharaj Ambarish was so popular, all the people in his kingdom, they all loved him.
Здесь вот приводится пример Дурваса Муни. Он завидовал Махараджи Амбарише, поскольку Махараджи Амбариша был очень популярен в своем государстве, все подданные его любили. So Durvasa Muni made a plan to try to disgrace, to bring trouble to Амбариш Махарадж. И вот Дурваса Муни там план такой разработал, чтобы как-то не то что обесчестить, принести беспокойство Махараджи Амбариши. Right. Durvasa Muni was a powerful, he was a sannyasi and a guru with many disciples. Durvasa Muni был гуру и сандьяси, у него было много учеников. And he didn't like to see this Maharaj Ambarish so popular. He thought, what's so special about him? He's just a family man, he's not renowned. Mm-hmm. Ему все не давало покоя эта мысль по поводу Махараджа Амбариша. Что в нем такого особенно, он семейный человек и так далее, но почему люди так его любят? But Maharaj Ambarish was a great devotee. Но Махарадж Амбариш был великим преданным. And Durvasa was a yogi, but he was not so much devotee. Durvasa Muni йог, но он не такой вот преданный. So he came there to see Maharaj Ambarish. Maharaj Ambarish had been fasting on the Ekadasi day. Он пришел, Дурваса Муни пришел к Махараджу Амбаришу, а в этот день там Дурваса Муни постился на Экадаши. Tomorrow is Janmashtami. Завтра Джанмаштами. Some of you may like to fast. Кто-то, я думаю, будет поститься. There are different kinds of fasting. Любит поститься. Есть различные виды постов. Some people will fast, they will not take grain. Некоторые люди держат пост на зерно. And some people, they will just take some fruits. А некоторые просто кушают фрукты. And other people, they will just drink some water. А третьи, они просто пьют воду. And some people, they won't take anything, food or water. А некоторые вообще не пьют и не едят. So, what the important thing is not the fasting, but the important thing is to increase are hearing and chanting. И вот неважно, на каком уровне поста вы находитесь, главная вещь — это увеличить, усилить слушание и воспевание. The holy days are meant for remembering Krishna. А святые дни, они предназначены для того, чтобы усиливать памятование о Кришне. And sometimes if you fast, you feel so exhausted, you're so tired, you just go to sleep the whole day. Потому что иногда и человек постится, и он такой выглядит уставший, еле ходит, он просто хочет заснуть. And you don't do any chanting hardly, and you don't hear much. И он просто в таком состоянии ничего не слушает, не читает. So that's not very good fasting. Это не очень хороший пост. You don't get the real benefit of the holy day. Он не получает настоящего реального блага от этого святого дня. So Maharaj Ambarish, he was fasting on the Ekadasi, and he was waiting for the time, the auspicious time when he was supposed to break fast. И вот Махараджа Амбариша постился на Экадаши, и он ждал благоприятного времени, чтобы прервать пост. And that was when Durvasa Muni came with. А тут вот нагрянул Дурваса Муни. Now when the great yogis come to your house, you have to receive them nicely, and you have to offer them some food. А вот он пришел, это великий йоги, и нужно как-то его, накормить, что-то приветить и так далее. So Maharaj Ambarish requested Durvasa Muni that you kindly wait a little while, and I will have the food prepared to give you. И Махарадж Амбариш сказал Дурвасу Муни, пожалуйста, немножко подожди, я вот сейчас разные приготовления сделаю, чтобы тебя принять. So Дурваса Муни said, all right, I'm going to take my bath. When I come back after taking bath, then I will be ready to eat. Дурваса Муни сказал, хорошо, я пойду пока совершу омовение, а когда вернусь, то я буду как раз готов покушать. So Durvasa Muni went to take his bath, and then it came time to break the fast.
And then the time to break the fast is a limited period. You know, sometimes it's 1 hour, sometimes it's only 10 minutes, sometimes it's a very short period, and sometimes it's 4 hours. It varies. И вот там он пока принимал омовение, наступило время, вот это когда нужно прерывать пост. И вот эти промежутки времени могут быть разные. Иногда 2 часа, 4 или 10 минут, то есть по-разному это бывает. So Maharaj Ambarish was waiting to break his fast because he was doing the full fast, no water, no food, and he was anxious to break the fast. И вот Махараджа Амбариша ждал это благоприятного времени, он постился полностью, не кушал и не пил, и вот ему нужно было прервать этот пост. But when the time came to break the fast, Durvasa Muni wasn't there. And he didn't come, and the time was passing, and it was coming to the end of the time when you're supposed to break fast. И вот когда наступило время вот этого благоприятное время прерывания поста, Дурваса Муни еще не вернулся, то есть время шло и шло, и вот уже заканчивался этот промежуток времени, когда нужно прерывать пост. So if you don't break fast at the right time, it's not good. You lose the benefit. You don't get the benefit. А если вы прервете пост не вовремя, то не получите пользы от этого поста. So the time was nearly coming to an end. So Maharaj Ambarish asked all the brahmanas, "What should I do?" So the brahmanas told him, "You can drink water." И вот время подходило, прерывание поста подходило к концу. А Махараджа Амбариша обратился к брахманам и спросил, что делать. И они ему сказали, что ты можешь прервать пост, выпив немножко воды. If you take a glass of water, then it's considered it's breaking the fast, and it's also not eating, because you're not eating, you're only drinking some water. So it's not, there's no harm if you just drink some water. Mm-hmm. Если ты выпьешь стакан воды, то с одной стороны это прерывает пост, с другой стороны, как бы, ну, ты не покушал, то есть нету никакого пренебрежения, неуважения к вас. So the king, Maharaj Ambarish, he drank some water, and then the yogi came back, and he's very angry, because the yogi knew that Maharaj Ambarish had broken his fast, he drank some water. И вот Махарадж Амбариш выпил водички, и тут появился Дурваса Муни, он был в гневе. Он знал о том, что Махараджа Амбариша прервал свой пост, выпив немножко воды. So these yogis, sometimes they get very angry. Sometimes they get upset if they don't do things not done the way they like. They can get very angry and they can curse people. So Durvasa Muni was like that. He was very angry. And when he heard Maharaj Ambarish had broken fast, he was very angry and he was going to do something bad to Maharaj Ambarish. Итак, вот йоги бывают иногда в таком сильном гневе, если что-то происходит не по ихнему, не по их желанию. И вот Дурваса Муни был таким гневливым человеком, и когда он узнал, что Амбариша Махарадж прервал пост, выпив немножко воды, то он был очень разгневан. So you can see how dangerous pride is. When we become proud, then it's very dangerous that we commit so many offenses. Я хотел принести ему какие-то беспокойства. И вот эта вот опасная ситуация, если человек гордится своими какими-то возможностями, способностями. So this Durvasa, who was a great yogi and a great sannyasi, guru, he became proud and he committed an offense. Вот Дурваса Муни загордился своим положением, он великий. Йоги, саньяси, и он совершил оскорбление. He pulled a hair out from his head, and he used that hair to create some very big nasty demon. And he thought this demon will give trouble to Ambarish. Он вырвал клочок волос из своей головы, бросил оземь, и появился огромный демон, который был направлен против Амбариша Махараджа, стал причинять ему беспокойство. But what happened was, because Maharaj Ambarish is a devotee, he's always thinking of Krishna. And Krishna always protects his devotee. So Krishna sent the Sudarshan Chakra to protect Maharaj Ambarish.
И что случилось с Махараджа Амбариша, был великим преданным, он просто молитвенно сложив руки, стал думать о Кришне, но Кришна защищает своих преданных, и он послал свою Сударшану чакру для того, чтобы защитить Махараджа Амбариша. Krishna carry has, you know, in his form, Krishna, Vasudeva form, Krishna has four hands. So one hand has a conch shell, one hand has a club, one hand has a lotus flower, the other hand has the Sudarshan chakra. У Васудевы, Кришна Васудевы, есть вот эта четырехрукая форма, в каждой из его рук есть атрибуты, это раковина, лотос, булава и чакра. The Sudarshan chakra is a weapon, it's a disc, and it's, you know, Krishna throws it and it cuts through everything. И вот Сударшана чакра это такое оружие, когда Кришна пускает его, то эта чакра, она просто все сметает на своем пути. So Krishna released the Sudarshan chakra to protect the king, and it burned the demon to ashes. Итак, Кришна послал Сударшана чакру для того, чтобы защитить Махараджа Амбариша. Эта чакра подлетела к демону, и тот был испепелен просто. And then the Sudarshan chakra came after the yogi Durvasa, and the yogi had to run away. He ran away. He ran fast. He ran all the way up to the higher planets to Lord Brahma. А затем Сударшана чакра направилась к этому йоги Дурваса Муни и тому. Пришлось очень долго бегать, он добежал даже до высших планет. So the yogi came to Lord Brahma and he asked Lord Brahma, please help me, please protect me, this Sudarshan chakra is chasing me. But Lord Brahma said, I can't do anything. И он добежал до Господа Брахмы и стал просить у него защиты, пожалуйста, помоги, Сударшана чакра гонится за мной. Брахма говорит, ничего не могу поделать. So then he went. The yogi went to see Lord Shiva at Kailash. He fled all the way up to Kailash. Lord Shiva has an abode between the material and spiritual world, which is called Kailash. Затем он побежал на гору Кайлаш, где обитает Господь Шива. Это как бы место между материальным и духовным миром где-то там. Lord Brahma's in the top of the material world, but Lord Shiva's between the material and spiritual world. Господь Брахма находится как бы на вершине материального мира, а Господь Шива находится между материальным и духовным миром. So he went to Lord Shiva and he begged Lord Shiva, please help me, save me from this Sudarshan chakra. But Lord Shiva said, I can't do anything. И так он прибежал к Господу Шиве и стал просить защитить его от Сударшана чакры, но Господь Шива сказал, ничего не могу поделать. So the yogi Durvasa then went into the spiritual world and he went to see Lord Vishnu in the spiritual world. И он продолжил бежать и направился к планете Господа Вишну, и он добрался до Вишну. And Lord Vishnu said, also, I can't help you, I can't save you. Он обратился за помощью к Вишну, но Вишну сказал, что ничем не могу помочь, я тебя не могу спасти. But the yogi said, well, it's your weapon, this is your Sudarshan chakra, you should be able to control it. Но Дурвас сказал, ну это же вроде твое оружие, ты же контролируешь Сударшану чакру. But Lord Vishnu told him, no, you've offended the devotee, you have to go to my devotee and get forgiveness, then you can be saved. Но Вишну сказал, нет, ты оскорбил моего преданного, и если ты хочешь спастись от этой чакры, ты должен обратиться к моему преданному. So the yogi had to come all the way back to the king to find Maharaj Ambarish and fall at his feet and beg forgiveness. И тогда Дурваса побежал во дворец Махараджа Амбариши, он пришел, припал к его стопам и попросил прощения. And of course, Maharaj Ambarish immediately embraced him and said, oh no, you're a great soul, I'm your servant, how could I do any wrong to you? How could you do any wrong to me? It must be my fault if anything is wrong. И Махарадж Амбариш стал говорить, да нет, что ты что, как я могу у тебя, как ты можешь меня оскорбить, ты такая великая душа, то есть я не чувствую какой-то там вины и так далее, то есть все хорошо.
So Maharaj Ambarish was able to defeat this great king, this great yogi Durvasa. He was a powerful yogi, but he was defeated because of the devotion of Maharaj Ambarish. Итак, великий йога Дурваса Муни был побежден Махараджа Амбариши, поскольку он был преданным. So we need to learn from the example of these great devotees like Maharaj Ambarish how to engage our mind and senses in the service of Krishna. Итак, вот из этой истории о Махараджа Амбарише мы можем сделать, извлечь такой урок, как можно задействовать свой ум и чувство в служении Кришне. Maharaj Ambarish was using all different senses for Krishna's service. With his ears, of course, he was hearing the glories of Krishna. Итак, все чувства Махараджа Амбариша задействовал в служении Кришне, и вот уши тоже он слушал о славе Кришны. And with his tongue, he was tasting the prasadam, the food offered to Krishna. И своим языком он вкушал остатки пищи, предложенные Кришне. And when he was not tasting prasadam, he was chanting the holy name. Когда он, ну, было время свободное от просады, он воспевал святые имена. And he used his legs to walk to the holy places. А ноги он задействовал так, что ходил по святым местам. Balaram is going to the holy place. Nandarani is also going to a holy place. They will use their legs to walk. Вот Баларама ездит по святым местам, Нандарани, то есть они задействуют свои ноги в служении Кришне. Right, you go to the holy place. People, even they don't like to wear shoes, they like to walk without shoes on, barefooted, to get the dust of the holy place. Without. Ну и вот, когда посещаем святые места, то мы можем по этим местам ходить, ну, босиком, то есть это тоже хорошо. Some people who live in the holy dam, they never wear shoes. Because they want to get they want to have all the dust of the holy dam on their feet. Некоторые преданные, которые живут в святых местах, они никогда не носят обувь, они всегда соприкасаются с пылью святых мест. It's become quite difficult now, though, the road with all the tar and all the. Сейчас это трудно стало сделать, потому что все там. А заасфальтировали, может быть, горячий асфальт или там грубая почва, ну, грубая. In Lord Chaitanya's time, there was more grass and mud, but now it's all stones and concrete and difficult to walk barefoot. В Чайтанье там было больше травы или какая-то, ну, пыль, песок, то есть мягко. Сейчас там бетон, асфальт и так далее. But anyway, in the holy place, people generally walk more. Every morning, some people, they would do parikrama, walk around the Vrindavan. Ну, так или иначе, значит, каждое утро, когда мы встаем в Вриндаване, преданные совершают парикраму, обходят Вриндаван, задействуют свои ноги в служении Господу. Some days, people, they'll be walking as much as 25-30 kilometers in one day. В какой-нибудь день преданные проходят до 25-30 километров. So, или за день проходят такую дистанцию. It's a lot of exercise. Это, так сказать, хорошая такая нагрузка, упражнение. But this is also devotional service, using our legs in the service of Krishna. Но это все преданное служение, когда мы задействуем свои ноги в служении Господу. And we use our legs also when we chant and dance, when we dance in the kirtan. Также мы задействуем свои ноги в преданном служении, когда танцуем, поем в киртане. Prabhupada did not like to see us just stand and chant. He would always go like this and tell us that he wanted to see us dance and jump. Шрила Прабхупада, ну как, не очень так прям оценивает, когда люди просто стоят неподвижно и поют. Он тоже как бы сам прыгал, и, как бы, ну, двигался и воодушевлял других тоже совершать какие-то движения. And then we use our eyes to see the beauty of the deities. А глаза мы используем для того, чтобы видеть прекрасную форму Господа.
and seeing the nice temples, the beautiful decoration, then it's just the perfection of our eyes. То есть смотреть как бы в храме, как все украшено, смотреть на божеств, это является совершенством для глаз. It is said the gopis were not happy with Lord Brahma. They criticized Brahma. They said, "You're not a good creator. You created these eyes, but these eyes are always blinking. We can't see Krishna." Вот гопи как-то ругали Господа Брахму за то, что он не очень хороший творец, поскольку он сотворил глаза, которые мигают, и вот это мешает им смотреть или видеть Кришну в эти мгновения. So, all of the point is all of our senses have to be engaged, because Krishna is saying any one sense can take us away, can drag us away. Итак, момент состоит в том, что необходимо задействовать в служении все наши чувства, потому что если даже одно чувство не занято, оно может увести нас в сторону, отклонить. Some people are attracted by the aroma, the smell of prasadam attracts people. People like to taste the nice aroma of the food cooked for Krishna. It attracts people. Некоторые люди привлекаются вот этим запахом или ароматом прасада, предложенного Кришне, замечательной кухни. We have devotees in Komsomorsk. They have one little business which they do, making sweet balls. They rent a room in a hotel and they make sweets there. And they said people are, they just smell the sweets and they come and they want to know what's that smell. Есть вот преданные комсомольщики, там одна семейная пара, у них бизнес небольшой, они делают сладости, и они арендуют помещение рядом в здании гостиницы. И люди, которые проходят мимо, они иногда заходят в их магазинчик, поскольку привлекаются с запахом аромата, который оттуда исходит. So, the nose. Some people come to Krishna consciousness, they just smell. Some people smell the incense, you know. Итак, нос может привести человека, так сказать, к сознанию Кришны. Вот. Также некоторые любят вдыхать аромат благовоний. It is said about the four Kumaras, when they went to the spiritual world, they smelt the aroma of the tulsi leaves and saffron from the lotus feet of Lord Vishnu, Lord Padmanabha. Говорится, что четверо кумар, когда они там направлялись в сторону духовного мира, то их очень сильно привлек аромат листьев тулоси и шафрана со стоп Господа. There's a beautiful verse like it describes this in Srimad Bhagavatam. Tashyaravindam nayanasya pararavinde kanjau kamishra makarandavayu. Like that, very poetic, beautiful verse in Sanskrit describing the aroma from the tulsi leaves and entered the nostrils of the four Kumaras and awakened devotion in their heart. Есть вот эти замечательные стихи в Шримад Бхагаватам, в котором говорится, что когда запах листьев тулоси со стоп Господа достиг их носа, то он очень сильно их привлек. So, some people they smell the aroma of the tulsi. Some people they see the deity. It is said. There's a verse, Rupa Goswami has given a nice verse. He said, don't look on the deity and on the form of Govinda, because if you see Govinda, you will lose your attraction for family and society and friends. Итак, некоторые люди привлекаются к глазами, красивыми божествами. У Рупа Госвами есть прекрасный стих, в котором говорится, что не ходи там на берег Ямуны и, в общем, не смотри на форму Кришны, иначе ты потеряешь все свои привязанности к семье, обществу и так далее. So you have to be careful. Don't look at Govinda. Поэтому будьте очень осторожны, не смотрите, не заглядывайтесь на Говинду.
Надарани. Don't look at Govinda. Не заглядывайтесь. Of course, Rupa Goswami, he wants us to look at Govinda. Конечно, Рупа Госвами говорит о том, что хочет, чтобы мы смотрели на Говинду. He's telling us the power of seeing the form of the Lord. Он просто говорит о могуществе того, насколько привлекательна форма Господа. He has another verse also. He said, "Don't hear Srimad Bhagavatam. If you hear Srimad Bhagavatam, you'll lose your interest in economic development." И есть другой стих, который говорит о том, что не слушайте Шримад Бхагаватам. Если вы будете слушать Шримад Бхагаватам, то вы потеряете интерес к экономическому развитию. Are you ready? Ты готов? To lose your interest in economic development? Потерять интерес к экономическому развитию. You better not hear Srimad Bhagavatam. He has some doubts. He has some doubts. Some meaning. Okay. Anyway, any one of the senses, that the ear, the nose, the tongue, the eye, it can bring us into Krishna consciousness, but that same sense can take us into Maya. Итак, все эти чувства, с одной стороны, они могут нас привести и помочь развить сознание Кришны, но также они могут нас увести в Майю. We have to be very careful. Just like the mind, it can be the friend, it can be the enemy. It's up to us how we use it. И поэтому нужно быть осторожным, также и ум, он может быть нашим другом, а может быть врагом. И это как бы наш выбор, как мы его используем. The knife can be used by the doctor to heal, but the same knife can be used to kill. И вот нож в руках доктора, его можно использовать как для того, чтобы вылечить, но также можно и убить. So the mind can elevate us, the mind can degrade us. Также и ум, он может возвысить нас, но также может привести к деградации. So it's very important that we control the mind, fix the mind on Krishna. Поэтому очень важно контролировать ум и зафиксировать свой ум на Кришне. And the best way to do that by chanting Krishna's name. И наилучший способ сделать это через воспевание святых имен Господа. So Lord Chaitanya said, "Kirtaniya sadahari, always chant the holy name." Поэтому Господь Чайтанья говорил, что киртания садахари, то есть нужно всегда повторять святые имена Господа. When we get irritated and angry and bewildered by the situation, then we should chant. Когда мы обеспокоены или там гневливы в каких-то ситуациях, необходимо воспевать. And immediately the mind will come back to Krishna, fix the mind on Krishna. Немедленно ум снова зафиксируется на Кришне. And we'll feel relief from the material energy. И мы будем как бы свободны или защищены от материальной энергии. Okay, any questions? А еще, может быть, какие-то вопросы есть? Yeah? You have a question? No? Вопросов нет. So we have a saying, actually, I don't know if you have it in Russian, but in English they say, "Idle mind is the devil's workshop." Я не знаю, говорит, есть ли у вас такая пословица на русском языке. Но она примерно звучит так, что праздный ум – мастерская дьявола. Very important that we keep our minds busy, we keep our minds engaged, bringing it to Krishna. Очень важно задействовать свой ум, чтобы он был занят, направлен на Кришну. But if we're not in Krishna consciousness, if the mind is empty, then something bad will come in. Если ум не направлен на сознание Кришны,
когда он остается пустым, и это пустое место заполняется плохими вещами. We'll get into trouble. We'll find ourselves easily fall into Maya. И тогда возникают проблемы, и нам легко оказаться в когтях Майи. So devotional service is like a razor's edge, just like the razor. A little inattention, and you cut the face. And then when you cut, then it's hard to stop the bleeding. И вот сознание Кришны, оно подобно острому лезвию. С одной стороны, можно хорошо побриться, а с другой стороны, можно и порезаться. So devotional service, we're walking on the edge of that razor, you know, very fine line, very... И вот преданное служение, это вот подобно тому, как нужно пройти по этому узкому лезвию бритвы. You don't want to go one way or the other, you have to go, you have to keep straight. Нужно держать такой баланс и идти ровно, не отвлекаясь ни на что. Just like if you're a boxer. Как, например, если вы боксер. You know, what, we had one devotee. He in London, I remember there was this one devotee. He used to be a boxer. Я помню вот одного преданного из Лондона. Он был боксер. And he told me. He said the important thing. He said when you're in, you have to keep your hands up. To protect your face, because as soon as you drop your hand, you know. И я помню, он мне говорил, что, ну, в боксе важно держать лицо закрытым, защищенным своими руками, потому что если ты опустишь немного руки, то тут же тебе прилетит. So devotional service is like that. We have to always be on guard. We have to be keep the hands up. We have to protect ourselves from Maya. И вот преданное служение тоже вот так нужно. Держать определенную стойку, потому что как только расслабишься, то от Майи прилетит что-нибудь. Because as soon as we forget Maya, Maya will punch us in the face. Как только мы, так сказать, расслабимся, Майя тут же даст нам в нос. Or Maya may even kick us. Майя нас запинает. Because we're not careful enough. We asked for it because we were inattentive. We were not careful. Это возможно, то есть произойдет, если мы невнимательны, если постоянно, если отвлекаемся. But we have to always be on guard against the material energy. Поэтому всегда нужно как бы держать курс на Верховного Господа для того, чтобы быть защищенным от материальной энергии. And we protect ourselves from the material energy by having a good sadhana, a good practice of devotional activities. Также мы можем быть защищены от материальной энергии, если следуем такой хорошей садхане. Regularly hearing the chanting. Регулярное слушание и воспевание. Нандарани Матаджи was telling me she, in her job, she, every day she's sitting hearing. She's working on the sewing machine, but she's also hearing. So every day she hears many lectures. Нандарани Матаджи говорила, что вот она работает там на своей швейной машинке и целый день слушает лекции. And then Monday, Tuesday, Wednesday she associates with Shantipuri Mataji. По понедельникам, вторникам и средам она общается с Шантипури. On the phone, hearing, reading books together. Вот они по телефону общаются и обсуждают книги, and this way she's always in. And then Sunday program. Также она участвует на воскресных программах. So, she's very active in Krishna consciousness. Таким образом, она проявляет большую активность в сознании Кришны. No time for Maya. Нету времени просто для Майи. She's so busy in Krishna's service. There's no time for Maya. Так занята в служении Кришны, что просто нету времени для Майи. That's a healthy sign. Это хороший пример. If we don't have, if somebody says, I don't have much to do, I don't have anything, that's not good. Если вы как бы жалуетесь и говорите, что да, я не знаю, что делать, у меня так мало времени, это не очень хорошо. Devotee likes to keep busy in Krishna consciousness. Преданные поддерживают такую вот хорошую занятость в сознании Кришны. Of course, Prabhupada's program, sometimes he play this harmonium, sometimes madanga, kirtan, sometimes write book, sometimes read book. А как Шрила Прабхупада, он тоже был постоянно занят в служении, иногда играл много
гармоники, или вот играл на мриданге, или писал книги, или повторял джапу, ну и так далее. Он всегда был чем-то занят. And we have deity to worship, we have cooking to cook for the deity. Нужно поклоняться божествам, что-то готовить, там предлагать Кришне. So much to be done in Krishna's service. Так много нужно делать в служении Кришне. No time for Maya. И нету времени для Майи. Mm-hmm. Yes, Maharaj. В наше время работает. Какие яги самые эффективные в нашем мире? Which yagi most effective in our time? Which yagi is most effective in our time? Sankirtan yagi is most effective. Only Sankirtan? It's the only yagi in this time. There's no other yagi in the Kali Yuga, only Sankirtan. В Кали Югу просто других яги нету, только Sankirtan. No other yagya. Других просто нету. На которые проводят, они не работают. If some brahmanas do some yagya for the benefit of you. That is useless without sankirtan. Это бесполезно, если там санкиртана не происходит. When you do these other yagyas, you have to also do sankirtan, otherwise useless. Если вы совершаете какие-то другие яги, то они должны сопровождаться воспеванием святых имен, иначе они бесплодны, как бы бесполезны. Искренним воспеванием. Sincere chanting. Oh yes, must be quality in chanting. Да, конечно, нужно какое-то качество в воспевании. They often say, chant from the heart. Мы часто говорим, что воспевайте от сердца. Mm-hmm. We're calling the name of Krishna. Мы призываем или зовем, обращаемся к Кришне. So we should call with feeling, with love, with affection. И мы должны вызывать с чувством, с такой вот привязанностью. Just like when some man says your name, you know if they're saying it nice or not. If someone will say her name, then she will know if he's saying it with love or not. Ага, если кто-нибудь называет, допустим, вас по имени, то вы, в общем-то, можете распознать, с каким чувством человек это делает. So Krishna knows also when we're calling his name. И Кришна также слышит или чувствует, когда мы повторяем его имя. He knows what is our mood, what is our feeling. И он знает, какое наше настроение и каково наше чувство. We have to attract him. Мы должны приложить усилия, чтобы он привлекся нашим воспеванием. Krishna himself said, he said, I am not in the Vaikuntha. I don't live there. And I don't live where the yogis meditate on me. Кришна сам говорит, что я не нахожусь на Вайкунхе. И я даже не нахожусь в тех местах, где великие йоги медитируют на меня. He said, I am wherever devotees like Narada are chanting my holy name. Я всегда нахожусь как бы в тех местах, где, допустим, находится Нарада Муни, который постоянно воспевает святые имена. So we can attract Krishna by nice chanting. Поэтому мы можем привлечь Кришну своим замечательным воспеванием. We should know the name of Krishna is not different from Krishna, the person. Мы знаем, что имя Кришны не отлично от него самого. It is said, Kali Kale Namarupe Krishna Avatar. Krishna comes in the Kali Yuga in the form of his name. Говорится вот в этом стихе, что Кришна в Кали-Югу приходит в форме своего святого имени. So the holy name of Krishna is something very special, very powerful. Поэтому святые имена Господа, они очень особенные и могущественные. And we have to develop, we have to show our love for the holy name by chanting regularly. Мы должны развивать нашу любовь к Кришне благодаря регулярному воспеванию. And devotees, they would chant
some devotees are chanting all day and all night. Некоторые преданные воспевают, поют целый день и ночь. Haridas Thakur was chanting all the time. Вот пример. Hardly slept. Харидаса Такура, он повторял святые имена день и ночь напролет, там немножечко отдыхал только. Без остановки это делал. When we understand that Krishna and his name are not different, then we come to the level, the higher level of devotion called bhava, which means devotional service in ecstasy. Итак, если мы понимаем, что святое имя Господа не отлично от Кришны, и повторяем постепенно, мы можем дойти до уровня бхавы, то есть это уровень как бы воспевания в экстазе, служения в экстазе. Do you want ecstasy? В экстазе же. Who wants ecstasy? Кто в экстазе находится? We can taste the ecstasy when we do pure chanting. Итак, мы можем получить вот этот экстаз благодаря воспеванию, постоянному воспеванию. Чистому воспеванию. So this is the real yagya in the Kali Yuga. Вот это вот настоящая ягья в Кали-Югу. Kali Yuga Dharma Hari Nam Sankirtan. The Dharma in the Kali Yuga is Sankirtan, the chanting of the holy name. В Кали Югу Дхарма является воспевание святых имен Господа. But we know that Lord Chaitanya go to and do some Shraddha, is it also some Yagya, do Shraddha ceremony for Lord Chaitanya. This is also some form of Yagya. Do a Shraddha ceremony? Yeah, we do it along with the chanting of the holy name. Я говорил, что Господь Читания, вот, допустим, тоже там церемонию Шрадхи, Шрадху делает, это тоже же вроде как ягья. Он говорит, ну да, мы можем это делать, но вместе с воспеванием святых имен. We do all of these different things in Krishna consciousness. Мы можем делать все эти разнообразные вещи в сознании Кришны. Maybe before the yagya you chant the holy name, and after the yagya you chant the holy name. Можно перед ягьей воспевать святые имена и после окончания яги воспевать святые имена. There must always be this kirtan. Мы всегда должны оставаться в киртане. If there's no kirtan, then that yagya is useless. А если киртана нету, то тогда ягья, любая ягья бесполезна сейчас. And deity worship is also the same. But deity worship, there must always be kirtan. Или вот поклонение божествам, к этому тоже относится. То есть вместе с поклонением божествам должен идти киртан. Some people, they keep deity at home and they only make offerings, they never do kirtan. Некоторые вот держат дома божеств, и они предлагают подношения, но никогда не проводят киртан. Must always do kirtan. Very important. То есть они должны это делать, потому что киртан важная вещь. Similarly, when we give lectures also, there must also be kirtan. Подобным же образом, когда мы читаем лекцию, лекция должна сопровождаться киртаном. Not just come and talk and no kirtan. There must also be kirtan. Не так, что просто вот мы говорим и все. Нет, должен быть киртан. Very important. Это важная вещь. Mm-hmm. Okay. Any other question? Еще какие-то вопросы есть? Вриндаване открывали Кришна Баларамаки, да? И Прабхупада говорил, что вот старые брахманы свой путь уже делают, да? Преданные, потому что чтобы брахманы признали уже этот Кришна Баларама. Ага. Это как вы просто об этом говорите, да? Нет, я вообще говорю. Вопрос. Когда Прабхупада открывал Кришна Баларама Мандир, да? Преданные когда строили. И брахманы они вот не хотели признавать, что там преданные. Ага. When Шрила Прабхупада opened the Кришна Баларама Мандир and he was installed the deities, he invited
different brahmans that we did some different yajnas because if we didn't do it, we, our people don't accept, didn't accept them. Mm-hmm. Yes, that's true. He invited them to come and do the yajna because he knew the people in Vrindavan that they have to see that. But when they did the yajna, the devotees were also doing kirtan. Mm-hmm. And Prabhupada said the real installation was not done by their brahmins, it was done by the devotees doing kirtan. Да, конечно, то есть для того, чтобы поддержать некоторый статус, Шрила Прабхупада пригласила брахманов, чтобы они там проводили яги, но вместе с этой яги шел киртан. Прабхупада сказал, что на самом деле и установка божеств происходила не благодаря вот этим ягьям, которые они совершали, а благодаря киртану. So the kirtan was more important. Поэтому киртан более важен. We only had these brahmins come and do the yagya just for the common people that they would be happy. Да, то есть мы приглашаем брахманов, чтобы они совершали все эти обряды, ну это как бы для общей массы людей. But the kirtan was much more important. Но киртан гораздо более важная вещь. Okay, Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Gaur Premanande.